Чистая экология, здоровая нация. Работа, проводимая в течение последних лет Департаментом экологии, привела к значительному сокращению вопросов экологии. В регионе продолжает действовать дорожная карта. О мероприятиях и принимаемых мерах по решению ряда экологических проблем узнаем в материале Маргариты Ивановой. В настоящее время в Кустанайской области имеется ряд актуальных экологических проблем, меры по решению которых должна охватить дорожная карта. Среди таких проблем можно назвать отсутствие станции биологической очистки в Кустанае и неэффективная работа существующих канализационных очистных сооружений в ряде городов региона. По этим и другим вопросам нужно принимать комплексные меры, заявляют специалисты. В 2020 году Департаментом экологии была разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Кустанайской области, которую согласовал Аким Кустанайской области и утвердил министр экологии и природных ресурсов. В данную дорожную карту вошло 29 мероприятий со сроком исполнения с 2021 года по 2025. Одним из значимых мероприятий, вошедших в дорожную карту и завершивших в 2023 году, являлись газификация Качарского цепроцентра, озеленение улиц городов Кустанай, Рудный, Лисакор, Житогород, Тобол и Яркалык в количестве не менее 30 900 саженцев деревьев, приобретение приборов для замера уровня шума в городах, реализация пилотного проекта по утилизации и переработке биологических отходов, в том числе пищевых и органических отходов, методом компостирования в городе Кустанай совместно с экологическим клубом НЭКО, мониторинг воздействия техногенным месторождением Иловая гора на окружающую среду, расположенную в Кустанайской области, город Житогород. В текущем году целей тоже немало. Запланировано завершение таких мероприятий, как посадка зеленых насаждений в районе имени Бимбета Майлина и Федоровском районе, очистка русла реки Тобол в границах города Кустаная от Гагаринской плотины до центрального пляжа, проведение ежегодного областного эколагеря для учащихся школ, вузов, представителей организации образования с участием республиканских спикеров и многое другое. Важнейшее место в битве за чистоту и порядок отводится реализации республиканской экологической акции «ТАЗа Казахстан». Во исполнение поручения главы государства с 8 апреля текущего года на территории Кустанайской области проводилась республиканская экологическая акция «ТАЗа Казахстан». Департамент экологии совместно с Управлением природных ресурсов и регулирования акимата Кустанайской области также не остались в стороне и были инициаторами проведения акции «ТАЗа Казахстан» в нашей области. Так, в мае месяце текущего года состоялась акция, где приняли участие по области более 15 тысяч человек и было собрано свыше 1400-500 тонн отходов. Также акции проводились и в июне, и в июле месяце текущего года. Вопросы качества окружающей среды Кустанайской области находятся под постоянным контролем Департамента экологии в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Работа по улучшению экологической ситуации региона будет продолжена, утверждают специалисты. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Простое правило, которое не требует доказательств. Однако, соблюдая его, можно сделать нашу экологическую обстановку намного лучше. Ведь самое главное правило в борьбе за чистоту и порядок – это начать с самого себя. Маргарита Иванова, Алибек Султанов, телеканал «Кустанай».